Они ездят на мотоцикле, заезжают на холмы, смотрят вместе на Лас-Вегас и мечтают о будущем. Встречайте, потрясающе, крыловые! Я хочу, чтобы ваши счастливые глаза, ваши влюбленные сердца остались с вами всю вашу жизнь. И чтобы вы не потеряли той нежности, той искренности и любви к другу. Красивая история. История про байкера и народницу. Перестаем часто людям, которых мы любим, говорить, насколько мы их сильно любим. Торопимся, куда-то спешим, и редко так получается, что говорим. А ведь это самое главное. Я предлагаю мамам, естественно, передать очаг своим, уже теперь двум детям. Байк. У него круглые колеса. Наверное, такие же ровные, как эти кольца. Символично, красиво. Давайте вы обменяетесь кольцами сейчас.